Всем привет, и мы продолжаем FFI сериал на шестерых, в котором я играл за инков, а сама игра проходила в рамках моего второго FFA турнира. Если вы смотрите сериал не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на весь плейлист появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Храмы счастье дают. Да, наверное, это надо брать. К сожалению, как и в прошлой серии, так и в этой не записался звук игры и голоса моих соперников. Ну, это, собственно, один файл, поэтому так и произошло. Я приношу свои извинения, рекомендую вам включить на фоне какую-то музыку и слушать мои объяснения и иногда разговоры с пустотой. Со следующей серии этой проблемы уже не будет. Вот это у меня проблемная область. Да, кстати, в Ниневии неплохая Петра будет. А хотя почему не строят? Так у него нету просто рядом с Ниневией клетки с пустыней. Блин, ну ты поставил, слушай, тебе надо было, да... Хотя ты, может... В общем, походу, мы в этой игре без Петры вообще. А, не, в Гелиополе можно построить, и в Мемфисе можно построить. Так что, ну все, значит, ниндзя построит. А мы боялись. Нас ниндзя спас, слава богу. Ну, если бы у меня была Петра, я бы уже давно построил, как вы понимаете. Ну вот, у меня плюс 10 чисто с религии идет. Круто. Так, потом Альгамбру, чтобы побольше культуры было. То есть я чисто идет у меня развитие через чудеса. А, оракул. О, Куала-Лумпур хочет, чтобы я религию свою принес туда. Это здорово. А еще какие-нибудь города хотят? Валетта хочет соль.
Ханой, Терракотовую армию. Все остальные хотят... И Валетта этот хочет. А, Катманду хочет этот. Генуя, Терракотовую армию. Знаете что, мы лучше с Куала-Лумпуром задружимся, потому что культура круче, чем вера в данном случае. Тут проблема, да, тут проблема у Зулуса, что ему надо захватывать австрийца, иначе он, собственно, ему тогда ГГ можно говорить и все. Что два? Что не понял я. Кто построил Зулуса? Ой, то есть Эфиоп. Тебя не напрягает, что у тебя Египет храм Зевса построил? Почему? Ну, это сейчас, а как там оно дальше будет? Не знаю. Если он тебя быстро возьмет, то почему нет? Так тут же вопрос не в производстве, а в умении воевать. Но он специально для этого честь взял. Как-то странно взять честь. Чисто, чтобы зафигачить именно вот это чудо, которое ни очков великих людей не дает. Только оно дает только... Чисто с четырех культурок. А вот и Петра. Спасибо. Ты тоже в него? А? Все-таки продавил
несмотря на Эльдорадо и соляной старт. Ну ты давай еще посопротивляйся, что тебе сразу тут? Прям еще 5 ходов, ничего себе. Вот так дорогу поведу, чтобы меньше платить за содержание. А я, ну, как, я много отстаю, ну, просто потому что я сейчас включил еду, и все. У меня ж, извини, у меня сейчас счастье, теперь не мере, надо как-то вырасти. Может покупать миссионеров и идти везде распространять религию? Да, надо покупать миссионера, потому что сейчас все равно австрийцы выносят. Ему тут пофигу на его города будет. Типа, что я там религию распространяю. А мне покупать за веру нечего. Так что надо просто сейчас заняться распространением веры. Блин, здесь надо рыбацкие лодки, кстати. Что-то я... Вот тут уже двое безработных. Ну... Что поделать, надо тратить деньги, потому что безработные нафиг нужны. Так, вот этот город надо отъедать еще. Для этого надо с этим лагерем разобраться. Я думаю, австриец думает, что я, типа, поведу к нему войска сейчас дарить. Но нет. Я собираюсь тут сам развиваться. Интересно, Ашур на воде? Я вот что-то не сообразил посмотреть.
Что тут еще? Две рыбацких лодки надо. Тут есть, а тут нету. Тут три штуки есть, и тут две еще надо. Напоминаю, что у меня дороги не требуют содержания. Видите, у меня только одно, вот в самом низу, красное. One spent on tile improvement maintains. Не требуют содержания, если они находятся на холмах, а во всех остальных случаях требуют только половину содержания. Слушайте, а как бы потом Зулус на меня не пошел, хотя ему, конечно, ассирийц там ближе. Многие почему-то думают, что 2GIS это просто какая-то карта, которая работает офлайн. Нет, там множество фильтров. Вот, например, это полезный помощник для тех, кто присматривает новую квартиру. Вы не только можете посмотреть новостройки на карте, но и поставить нужные фильтры. Сроки строительства, стоимость квадратного метра, варианты планировок, материал дома и многие другие параметры. И все это опять же офлайн. Так что заходите на 2GIS.ru, скачивайте программу под вашу платформу и пробуйте 2GIS, если быть точным. Да. Ясно. Так, сильная тут нормально. Так, кого я могу купить? Ханой терракотовую армию хочет.
Ереван хочет генерала. Мне соль нужна. Есть. Отлично. Но у меня крабы тоже были одни. И соль ты обработаешь вон под веной. Так. Видимо. Ну. Хорошо. Хорошо. Блин, если ниндзя нападет на Эфиопа, то это вообще у меня будут такие тепличные условия для победы. То есть, грубо говоря, все соперники просто мне привезут победу и все. О, конюшни. Ну а что делать?
Блин, мне так нравится, я третий по армии, хотя ее нифига не строю. Все, спасибо ГГшкам. Блин, опять пропали значки ресурсов, обожаю. Ой, тварина, а. Родился и сразу... О. Ой, а зачем еще один? А, да. Так, что у нас? Стейбл нам не нужен здесь. Ну, давайте. Блин, все время забываю еще миссионеров. Эфиоп на него свою религию распространяет. Так, надо плыть на ГГшке распространять. Блин, Куала-Лумпур вообще, наверное, навечно уже мой союзник. Жалко, я чеченицу не построил. Хотя, зачем я так железо расходую? Мне железо на фрегаты понадобится. Блин. Как до этого лагеря добраться? Почему Веллингтон его боится вообще? Да. Это я как-то слишком круто.
Я, конечно, к себе посажу. Явно народ начнет у меня тихи тырить. Пирамиды на сотом ходу. Ну, предлагать религию мне не имеет смысла, просто потому что она не пройдет. А вот нет. Так, ну что, можно и терракотовую армию теперь построить. Несколько ГГшек просит. Ну вот видите, всего две еды будет. Слушайте, а есть какая-нибудь разница между строительством террасы и, ну, фермы, если холм не рядом с горой?
А, террасу построю. Так. Можно плыть. О, еще одна рыба. Ну, к сожалению. А, нет, дотягиваюсь. Почему? Дотянусь. Отлично. Очень неплохо город стоит. Я пока тут постою, кстати. Позасвечиваю лучше территорию. Чё, нету тут лагерей? Да. Ну это плохо на самом деле. Они все сейчас объединятся против меня. О, блин, у меня этот скаут. Надо его спрятать. Этот ниндзя объявит он мне войну, и я... Начну ему гадить тут. Так, ну все, тут больше ничего интересного. Сейчас вылечим тут кораблик. И, в принципе, можно Волантайтамбо отправлять караван. Открою компас, тут же будет, да, караван? Да. А, ну тут уже можно не стоять, в принципе.
Ассириец отдал мне открытые границы только чтобы... Ребята, зачем вы с Эфиопом заключаете научные договора? Он как бы... Вы думаете, он типа сильно от меня отстает? Да, но это меня ГГшки просили. Блин, это уже дорого. Да, мне тут свобода будет нужна, потому что у меня дофига жителей, но при этом очень немного клеток для обработки. Мне надо очень быстро в свободу выходить. Ну, в смысле, в принятии идеологии мне надо. Вообще, надо этого скаута тут держать. Поплывет он мне в другую сторону. Да, Египет. Но они будут пытаться эту религию протаскивать, конечно. Слушай, мы же с тобой защитный пакт заключили. С кем? А, я прошу прощения. Я просто думал, что это как раз о Сирии говорит.
Ну, я могу с тобой и с тобой защитный пакт заключить, но при условии, что ты мне открытые границы дашь. Отлично. Так, мне нужен пророк и переформатировать города Зулуса. Под мою религию. Не знаю, не нужен мне, наверное, запретный город. Я лучше фарфорку. Или Химедзи вообще. О, Химедзи. А потом пойдем в индустриализацию. Эфиоп, я начну твоих миссионеров убивать. Если они продолжат дальше сюда приходить. Или, блин, фрегаты открыть. Лучше давайте фрегаты открою. Ну, сейчас, подождите, может, у них там защитный пакт. Сначала.
Так, только через Истиванаку можно будет отправить. Келикон, а ты не общаешься больше, что ли? Видимо, пришла мамка, наругала совсем. Ну да, спать должен идти. Ну, Келикон, я не буду с тобой мир заключать, если ты будешь... То есть я заключу мир, получается, ты 10 ходов можешь беспрепятственно вести миссионеров. Зачем мне это надо? Что? Это паломничество к Килиманджаро. Я привел жителей моей страны посмотреть на это великолепное чудо. По-моему, просто прямо оно офигенно. Все такие, уа, нифига себе, ничего си. Австриец. Вообще, кстати, могли бы они сделать, что, типа, какой-нибудь очки туризма бы капали за чудеса природы. Потому что понятно же, что кто туда приходит на них зырить. Блин, я на дорогу мог выйти. Что-то у меня много юнитов. Я, кстати, не первый по армии случай. Да, обалдеть.
Блин, Валетта мне войну объявила. Пойти с Веллингтона, может, дань взять, раз такое дело. Сидней хочет денег. А Генуя воюет с Эфиопом. Прикольно. О, надо в каравеллы апать. Что-то я затупил. Нет. Ой. Да блин. О. Отлично. Пойти с Алматы, что ли? Я вообще с Куала-Лумпура могу. Он мне надолго тут. Хотя у него армии вон немало. Странно, почему он стоит не на меди, собственно.
Да. Спасибо за игру. Ниндзя, кикни. Ну, Нимрут, я думаю, мне не стоит брать у ассирийца. С Катманду надо дань взять. Во. Придумал. Ладно, этого можно удалять уже. Бессмысленно только 3 золота в ход на себя. Тратит. Так, что там у Эфиопа? 17, 14, 11. Да, но у меня, видите, у меня проблема, вот он все это может обрабатывать. То есть у него тут, ну, он порядок, скорее всего, возьмет. А вот мне придется свободу. У меня очень проблема с производством будет, когда у меня будет дофи... Ну, у меня уже сейчас проблемы с производством по-хорошему. И мне нужна статуя свободы. Чё, зависли? На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.